что ты ходила на курсы по минету. Это правда? Это правда. И как? Супер. Ну, первые 10 минут, конечно, было... Стеснительно. Стеснительно, да. Так, я так робела. А потом, то есть, когда она уже начала рассказывать, я поняла, что я столько всего еще не знаю, но хочу узнать, и это действительно интересно. Я человек, который любит обучаться, там, не знаю, осваивать что-то новое или еще что-то. Вышла оттуда, ты не понимаешь, у меня было такое, что я просто, я могу все. Или там, допустим, что меня вообще поразило, да, всякие вот эти причмокивания и все остальное. Мы всегда из-за этого паримся. Нам кажется, все должно быть тихо, ничего не должно быть слышно, это туда-сюда. А на самом деле мужчинам все очень нравится, когда все слышно и все, так сказать, ярко.